Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как сделать простую и очень эффективную мышеловку из вот такого вот кубика. Для начала берем кубик и просверливаем в нем дырку таким пером. Дырка не должна быть насквозь, потому что мыша, если насквозь она пролезет, а нам нужно, чтобы был тупик. И теперь рядом просверливаем две дырки, чтобы они примерно сантиметр друг от друга были. Так, мы просверлили две дырки, для этого нам понадобится спица из-под велосипеда. Так, берем, прибиваем ее к задней части нашей мышеловки двумя гвоздями. Итак, прибили мы спицу, и затем нам понадобится кусок от самой ячейки из-под клетки. Забиваем его над нашей дырочкой. Должно примерно получиться вот так вот, чтобы наша петля потом из проволоки заходила в нее. Так, закручиваем проволоку на спице, чтобы она не слазила. Теперь примерно вымеряем, где у нас будет сама петля, и заворачиваем проволоку. Вот мы сделали петлю, теперь в дырке, которую мы просверлили, нужно будет натянуть нитку, и когда мышь ее перегрызет, а ее захватит. Итак, сейчас покажу вам, как надо затягивать нитки. Для этого нам понадобится вот такой вот крючочек из проволоки, чтобы легче было протягивать. Еще одну мышеловку взял, тоже заряжу, поставлю ее. Так, вот я уже сложил 4 нитки. Так, никак не фокусируется. Вот 4 нитки. В 2 раза двойную нитку сложил, и теперь нам нужно ее протянуть. Вот так мы протягиваем. Ну, так должно у вас получиться. Просто неудобно мне завязывать на камеру. Вот так натягиваем, чтобы кольцо как раз было напротив дырки, и завязываем повыше самой спицы. И все. Итак, вот у нас в голубятне живет много мышей. Я решил поставить все-таки одну мышеловку здесь. И одну мышеловку я поставлю у куб. Просто в кормушке у них там очень много мышей. Так, вот голуби спят. Все, мышами, видите, погрызены. Так, вот тоже погрызены весь картон. Вот я думаю, все-таки поставлю на полочке с банками. Вот где они едят мыши, скорее всего. Но я все-таки буду здесь ставить вот здесь. Так, вот выше сюда лучше на полочку поставлю, чтобы она могла подбежать. И все, теперь идем в следующую, ставим до куб.
Вот сзади кормушки у кур прям видно ходы такие мышиные. Вот я сейчас подниму. Я просто чувствую, есть там какие-то ходы у них. Я думал, подниму, и там будет какие-то норы. Так, вот под корытом тут тоже ничего нету. Так, давайте я все-таки кормушку поставлю обратно. И рядом возле кормушки поставлю ее под корыто. Так, чтобы она не упала, сейчас я возьму, подложу кусочек земли, разверну ее в ту сторону, и все. Теперь осталось ждать до утра. Я думаю, скорее всего, утром они уже попадутся. Итак, вот уже наступило утро, мыша попалась. Голубятня у нас не сработала, там запуталась нитка. Друзья, все подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи и всем пока.